вы хотели козленка? Кто-то недавно меня просил, говорит, покажите козлят. Вот. Это девочка пухового козленка. Девочка, мы ее еле-еле поймали. Между прочим, когда ходили утром козы, я их не видела, думаю, ну все, потерялись. А они нет, они с ними не ходят. Они устанут и ложатся где-нибудь на травке полежать. А потом уже, потом, когда отдохнут, если я его выпущу, он убежит тут же. Вернее, это она. Пошли к мамаше. Пошли, пошли, пошли. Не кричи. Иди. Сын у меня не дурак. Он пошел с Бона. Я смотрю, что это они коровы всей толпой летят, причем не останавливаясь. Дело в том, что сегодня мы с утра с ними хлебнули горя. Я не знаю, у вас такое бывает или нет, но, конечно, у вас такого никогда не бывает, потому что я знаю, что вы прекрасные хозяева. Ушли, ушли, половина коров не подоились, вышибли ворота и ушли. Мы загоняли их, наверное, минут 25 и так и не загнали. Вот она идет, белая паразитка. Сейчас будем доить. Получается, что утром мы ее так не смогли поймать. Паразитка, ты идешь, глянь, как вымя у нее расперло. Уже минут 15 бегаем. Корову двоих не подоили. Выскочили с базы 2-0 на ворота. И вышли. Я только услышала, что ворота щелк. И не хотят домой идти. Трава вокруг, а у нас две коровы еще недодоенные. Вот загоняем кое-как. Сейчас они в мои ворота зайдут. Думали, что уже загнали, не тут-то было. Они мимо ворот, их в ворота, они из ворот. Ну и опять мимо базов ушли, не знаю, наверное, не загоним. Вот это моя черная корова. Видите, живая, даже поправляться начала. Козы кто-то просил показать. Домой! Пошла! Пошла! Куда? А ну пошли! Я... Пошли! Бесполезно. Не идут в ворота. Опять да, туда иду. Вот так бывает. Ну что, все попытки загнать их закончились неудачей. Опять мои козы виноват. Почему козы? Короче, козы виноват. Козы вышли, а эти следом. Ворота надо закрывать хорошо. Тогда бы никто не вышел. Вот, я же вам сегодня обещала прогон снять. Ну вот вам. И, конечно, не ожидал, что будет так. Но теперь в обед они пойдут на речку пить. Вот, может быть, загоним, подоим. А нет, то придется до вечера. Вот опять в разные стороны поскакали. Вот такая мозгокрутка бывает в деревне. Не знаю, может, у кого-то не бывает, а вот у нас бывает. Давайте, выходите отсюда. Вот так они по всей поляне расходятся. И попробуй ты их одному человеку собери. Здесь нужна, конечно, собака. Но когда я услышала, говорю, что шарахнула дверь, ворота, и выскочила, ну, естественно, мне было ни до какой, ни до собаки. И так мы их и не смогли призвать к ответу. Пошла, пошла, пошла. Пошла. Вот видите, им хорошо. Они распределились по всей поляне и щиплют траву. А ну пошли. И пофиг им, что их утром не подоили. Вот эту не подоили белую. И вон ту выскочила. Ну, то есть сейчас что делать? Нужно дать им немножко поесть, потому что они без этого они не пойдут на баз. Бесполезно. Надо дать им немножко поесть, а потом уже загнать. Вот тогда, может быть, что-то получится. Телята сегодня пошли в другую сторону. Мы не стали их заворачивать. Ну, и теперь зайка вот эта вот стоит задом. Хочет, чтобы ей были телята. Стоит, орет. Толком не идет. В общем, у них идиллия. У них завтрак. Давай, пошла! Пошла!
Пошла. И вот так вот приходится ходить зигзагом для того, чтобы собрать их в кучу. Кстати, собака тоже так же бегает зигзагом. Хватит чесаться, видите. Ты же тёлка, что ты с ним бодаешься? Слева бык, слева тёлка, справа бык. Видно, смотрите, у них совсем разная комплекция. Тёлка поизящнее. Идите уже, хватит. Смотри, что делают. Пошли. А ну пошли. Масик, ты куда? Пришлось вернуться. Я думала, пойдет за стадом. Нет. Надо ей за телятами. Давай, иди. Давай, 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 давай. До какого момента их гнать? До того момента, пока они не придут в стадо, не соединятся. Вон Масик, видите, уже увидел, что там идут друзья. Пошел. Пошел прямой наводкой. Вот он, видите, туда идет. А как вы думаете, зачем он туда пошел? Смотрите. Помериться силами, поздороваться. Быки здороваются так, что деревья трещат. Это повезло, что вокруг деревьев нет. Масик, зачем ты полез на него? Там Масик раза в два больше, чем ты. Вот такой масик поменьше стоит 1050. Масик белый, который побольше, я так думаю, 1070 он сейчас стоит. Эти быки, они такие уже, ну, довольно возрастные. Бобик, да ты Бобик. Сиди здесь. Масик, я не помню, когда он у нас рожденный, но он, по-моему, не зимний, наверное. Все-таки он уже такой, более старшего возраста. Ну, а тот масик, который беленький, я, кстати говоря, не знаю, как его зовут. Ну, тот еще постарше бычара, ну, вы сами видели, у него прям такой вес вполне конкретный. Это такой бугай называется у нас в стаде. Нашего масика, я уже сказала, мы, скорее всего, месяц через два уберем, потому что смысл. Он огуляет у нас коров, наестся травы вот сейчас по зелени, они очень хорошо набирают массу. И все, а что его держать? Это животное опасное на самом деле. Идут соседские коровы, поэтому отвлекают меня. Кроме масиков, у меня в хозяйстве есть еще пусики. Сейчас покажу вам пусик. Пусики у меня вот здесь. Идет вывод моих цыплят. Здесь у меня марана и михеленская кукушка. Часть цыпок уже вывелась. Один или два цыпленка вывелись с кровавыми попками. И пока они лазили по яйцам, смотрите, изгвоздали мне все яйца. Ну вообще прям такие грязные, некрасивые они стали. Тихо, тихо. Вот, видите, но он не жилец. Видали? Вот ползает и пачкает яйца. Надо мне было его сразу убрать, но я думала, может быть, обсохнет. Вот этому надо помочь. Несколько цыплят у меня вот здесь проваливались вот так туда, в дырку. И висели вниз головой, но я их, конечно, поправила. Вот такой вот вывод у меня идет. Это пусики. Мараны 250 рублей за цыпленка, а кукушку я не продаю. Как покупала яйца по 100 рублей за штуку. Здесь еще также лежат, вот смотрите, ухилюшки. Но ухилюшки у меня огульные маранистым петухом. То есть, скорее всего, у потомства будут голубые яйца. Куда же ты ползешь? Вот здесь сиди. Рядом у меня стоит инкубатор ова. Здесь у меня также лежат яйца от моих кур. Вот смотрите. Ну, здесь у меня таким образом мараны. Это помесь. Это вот ликбар, видите, голубой. Зеленые ухилюшки. Не просвечивала. Не знаю, что и как будет. Но, во всяком случае, должны вывестись через 9 дней. Это то, что я достала из инкубатора. Жарко им. Сейчас лампочку надо повыше поднять. Потому что соус густой, и через мясо он проходит очень плохо.
Он на самом деле легкий, именно потому, что он стальной, из специальной стали. Вот эти кассеты, как мы используем крышки свистов, не обязательно сильно прижимать. Просто вот эта крышка служит для фиксации. То есть здесь вода литр. Она буквально вот так занимает место в этом автоклаве снизу. Но представьте, насколько быстро она закипает, ну, потому что объем маленький. И вставляем ртутный термометр, который идет в комплекте.